Нардеп «Радикал» Андрей Лозовой утверждает, что на него напали во Львовской области. Но местные жители утверждают обратное. По их словам, именно народный избранник вместе с коллегами устроил поножовщину в одном из сел. Что же произошло на самом деле, выясняла Галина Якушко. Все произошло возле народного дома в селе Хащеваня. Народный депутат-радикал Андрей Лозовой вместе с командой приехал агитировать местных жителей голосовать за партию на выборах в местную территориальную общину. Как рассказывают селяне, по дороге депутат увидел собаку породы французский бульдог. Усадил ее в свой внедорожник и увез в неизвестном направлении. Пропажу собаки сразу обнаружили хозяева, пара пожилых людей. Чтобы вернуть домашнего любимца, они обратились к участнику АТО Владимиру Луцику. Тот отследил внедорожник радикала и попросил вернуть собаку. Завязалась потасовка. Один из них меня ударил головой в обличье один раз, потом другий раз. И сразу сзади начали меня бить люди. По боках бить, со всех сторон. В одного побачив, он витяг из рукава схожий предмет на ніж. И каже: «Я зараз тобі всуну його спиною». Сейчас Владимир в Сколівській районной больнице. У него ссадины и ушибы. Завтра его перевезут во Львов. Сделают МРТ и поставят точный диагноз. У меня дуже голова болит. Я втрачав свідомість. Мене тошнить. Ну и поморочиться в очах. И спина болит. Как объяснил народный депутат жителям села, собаку забрал, потому что решил, что за ней плохо ухаживают. А на своей страничке в Facebook Лозовой написал, что напали именно на него. Своих обидчиков назвал участниками лесной мафии. Но вот в местном отделении полиции нам рассказали, никто депутата не бил. Было установлено, что як такого побиття народного депутата не було, був просто словесний конфлікт між громадянами і депутатом. Це заява від Луцика про те, що йому спричинено відомі тілесні ушкодження. Сьогодні Лозовой продовжив агітаційний тур по селам Сколівського району. Причому нардеп-радикал продовжує спекулювати на темі свого ізбієння. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львовська область.